Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Элити. И сегодня у нас с вами будет необычное видео. Сегодня мы с вами поучаствуем в такой акции, как акция «Спасем животных». Сегодня все, зайдя в игру, наверное, заметили, что во входящих сообщениях у нас есть вот такая вот новость. Привет, зубстеры, мы хотим рассказать вам о серьезной ситуации, которая на сегодня сложилась в крупнейшем в мире тропическом водно-болотном регионе Пантанал. Пантанал, который охватывает три страны Южной Америки, известен невероятно богатой дикой природой. И сейчас она в серьезной опасности из-за будущего в регионе пожара. Бушующего, прошу прощения. Пожар уже уничтожил более 15 тысяч квадратных километров, то есть более 12% территории Пантанала. Зуба – это игра о животных, которые хотят жить в мире и гармонии. Поэтому мы считаем своим долгом во что бы то ни стало помочь дикой природе защитить ее от пожара, пожирающего регион. В течение ограниченного времени у нас действует специальная акция, в рамках которой мы пожертвуем 100% чистой прибыли организации ЭКОА. Эти организации принимают серьезные меры по тушению пожара и спасению животных. Средства будут разделены между этими учреждениями поровну. В рамках акции «Спасаем животных» вы получите донну и эксклюзивный скин, который можно купить только в этом комплекте. Но вы получите не только новый персонаж и новый скин с большой скидкой, вы также сможете показать всем, что внесли свой вклад в благородное важное дело. Вот, предложение будет доступно с 12 октября по 22 октября 2020 года. Давайте все вместе поможем спасти животных и сохранить одно из самых богатых мест обитания диких животных на планете. Ребят, ну, сразу скажу, что дело, ну, реально серьезное. Я к такому отношусь хорошо, в том плане, что, ну, если вот в игре вот такая какая-то тема, то почему бы нет? Давайте с вами возьмем скин. Донна у нас с вами есть. Так, где у нас Донна? Вот Донна. Донна есть. И заходим в магазин. И покупаем Рейнджер Донна. Всего лишь 159 рублей. Не так уж это и много. Поэтому, я думаю, внесем в свой вклад в помощь тушении пожара. Спасем животных. Поэтому давайте. Я вот не знаю, честно, если бы у меня не было Донны, сколько бы этот комплект стоил? Также 159 рублей? Или чуть побольше? Я думаю, наверное, где-нибудь 749 или 549. А может и 300. Ребят, у кого нету Донны, скажите, пожалуйста, сколько стоит? Поэтому давайте забираем просто скин и помогаем животным. Получаем. Итак, ребят, мы разблокировали Рейнджер Донна, скин, тем самым мы помогли животным. Вот такой вот у нас прикольный скин. Ну, я думаю, это прикольнее, чем хозяйка Донна или какой-то там еще. Давайте сейчас откроем. Итак... Поможем. Все, привычка, 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 привычка. Все собирать, даже на видео. И, кстати, у нас 30 тысяч билетов. Давайте с вами откроем легендарный ящик. Почему нет? Легендарный, 30 тысяч билетов. Гарантированно эпический предмет нам дают на прокачку, имеется в виду. У меня все есть предметы, по-моему. Да-да, кроме мускул. Давайте открываем. Просто прокачка бомбы молотого. 570 на Молли. На Молли. Это становится персонаж, у которого у меня больше всех жетонов. 1325. Мне этот персонаж не нравится, как вы все знаете. 7800. Монеток и того у нас 14500. Можем с вами прокачать какого-нибудь персонажа. Так. И сразу же собираем. Сразу же собираем билетики.
900 билетов. Ну ничего, будем опять копить, будем открывать легендарные ящики. И, ребят, 253 у нас с вами... 253 кристалла. Я думаю, что стоит купить скин на Никса. На Никса у меня нету ни одного скина. Я понимаю, что, возможно, он будет за билеты. 7500 билетов будет стоить в дальнейшем. А вдруг его и не будет? Вот это вот такой вопрос меня как бы беспокоит. Будет ли он потом за билеты продаваться? Потому что, как вы знаете, есть некоторые скины, которые добавляют в игру, а потом их как бы и нету. Допустим, Гейша, Джейд, там, я не знаю, какие еще в пример привести. Баг, который там, типа, в какой-то форме. Поэтому, ребят, давайте купим на всякий случай, мало ли. Я понимаю, конечно, у меня 253 как раз. Но это тоже связано с пожарами. Не зря добавили такой скин. Давайте купим. Ничего страшного, пусть будет. И за видео мы с вами купим два скина. На Донну и на Никса. Три кристаллика остается. Так, давайте сразу посмотрим на Никсулю. Вот он, красавец. Обновленный еще и со скином. Давайте сыграем на Донне. Я вот не знаю, давайте в трио. В трио всегда веселей. Нет, прокачивать я ее не буду, ребят. Вы знаете, как я отношусь к персонажу Донна. Не очень. Но это все будет в отдельном видео. Я расскажу, почему, что, как. Мои любимые и нелюбимые персонажи. Ну, шляпка, да, ей идет. Шляпка идет ей. Ну, а что это, Пеппер, видите, смеется. Не, не хочу за гранатой идти, надо порешать бота. И также, наверное, сыграем на Никсе. Ой-ой-ой. Ну, вот, видите, вот, все сейчас начнется. Смысла нету лезть, наверное. Да и бежать уже нет смысла. О, спасибо. Ну, если так вот попробовать обрулить. Ну, бежать, не знаю. Если нам дали возможность убежать, то мы, наверное, убежим. Где-нибудь тут за мной Брюс идет. Давайте попробуем. Как красиво, да, ребят, сделали здесь в честь дня рождения. Еще когда по бочкам стреляешь. Угу, косой. Косой просто. Так, мои пацаны живут. Пацаны живут. Мы не убили ни одного охранника, ни вообще никого. Итак. Кто где? Тишина полнейшая. Пацаны тоже каким-то образом вообще сбежали. Этот все смеется. Каким-то образом они сбежали. Так, у меня здесь есть косточка или нет, ребят? Я не знаю, какие у меня придут. Ну-ка. Идут. Да, ну. Супер. Супер-пупер. Зачем я вам такую игру показываю, я не понимаю. Ну, мы не будем перезаписывать. Ну, как бы тут смысл перезаписывать, если я уже купил скин. Но я никогда, ребят, не перезаписываю видосы, когда играю. Проиграл. Смысл мне делать вид, что, типа, я какой-то скилловый, постоянно выигрываю. Нет, я, как и все, типа, проигрываю, выигрываю. Поэтому ничего в этом не вижу. Давайте еще раз запустимся. Так, ребят, нет. Тем более мы купили два скина. Ребят, напишите обязательно, пожалуйста, у кого нет Донны, сколько в магазине стоит Донна плюс скин. Считаю, это очень хорошая акция. Не в том плане, что типа, о, скин, а то, что реально 100% это пойдет на помощь животным. Разработчики молодцы, хорошо придумали. Ребят, прошу прощения, если слышно, как соседи что-то долбят. Не знаю. А, ты что понимаешь, что я? Слышь, мужик. Ну и где мои... Вы видите просто, где они находятся? Они бегают где-то вдалеке, не видят, что положили тиммейты. Пятые, седьмые уровни, конечно. Зато им вообще по барабану. Даже никто не пришел, не попытался... Да и я, ребят, не люблю Донну вообще. Скин купили, прикольный как бы. Вообще не понимаю, Донну, видимо, как-то хотят, чтобы ей больше играли. Видимо, у разрабов есть какая-то статистика по персонажам, типа, кто сколько...
ну, по времени играет на персах, кто покупает там больше каких персов. Ну, потому что реально, взять Донну, большинство подписчиков, ну, не, большинство, да, окей, подписчиков, ну, не любят Донну моих. Может, я ошибаюсь, как бы. Скины. Какие скины? Раз, хозяйка, потом рейнджер, Донна на спине и дракоша. Четыре, ребят, четыре скина на Донну. Я не понимаю, взять ту же Молли. Ну, я играть ей не буду. Взять ту же Молли, скины ноль. Почему разработчики так делают? Я этого вообще понять не могу. Реально. Так, ну, я не буду прокачивать Никсана 10. Не тот персонаж, за которого я прям вообще обожаю играть. Но сыграю каточку на новом скине обязательно. Ну да, он так, так смотрится. Ну, получше, чем из Шервуда Никс. Наверное. О, 12 плюс, хоть ультимейт попался нормально. Так, я думаю, надо Брюсу отдавать то, что выпадет 100%. А, нет. Нет. Ты не заберешь, я заберу. Что, 8, я 9, я... У меня урон будет побольше. Так, и тут... А, тут еще... Опа. Хотя нет, ну, Никс нормальный персонаж, не знаю. Просто как-то скучновато, надоело на нем играть, наверное, так. Даже не знаю, как отмазаться, ребят. Прикольно. Может, скин новый оживит этого персонажа в том плане, что больше игроков начнет на нем играть. Так вот, речь шла про Донну в том плане, что почему на нее так много скинов пилят, типа, как-то хотят, чтобы люди играли на Донне больше, типа, вот мы новый, даже легендарный добавили. Типа, играйте, играйте на Донне, вот вам новый скин, что хотите, вот вам. Ну, видимо, я не знаю, не получается. Даже вот с этой акцией. Не, мы не потянем даже с тобой. Капец, сносит просто пол хп. Три выиграть тоже, блин. Баланс. Ну, смысл, мне просто... Не. Куда я вообще даже не стрелял? Нет, тут без вариантов, ребят. Такие катки получились, вот. Это же когда ты начинаешь записывать видос, ребят, то сразу что-то происходит. То баланс, то какие-то зависания, то еще что-то. Это так всегда. Я записываю видос, зуба такая, пфу, на вот тебе баланс, кривой, без проблем. Сейчас запущусь еще в соло, посмотрим, что здесь будет твориться. Скорее всего, тоже будет 10-11 уровень. Хотя тут грандмастеров нету никаких. Гроссмейстеров. Попробуем. Блин, ребят, что-то подлагивает. Прошу прощения. О-о-о. Это пацан сливает, скорее всего. Грены кидает. Да. Просто с одной тычки. Так, тут кто у нас? Не-не-не. Здесь ребята сливали. Да ёлки-палки. Там, блин, там тоже могут быть охранники. Нет, здесь кто-то был или есть. Ой. Ну, почему ты не... Да блин! Хорош. Тупо хорош. Ну хоть что-то сделал в этой... В этом видосе. Догнал пингвина. А тут, по-моему, где-то был 13-й. Граната у меня... А, нет, у меня серебряная граната. Ну давайте докопаемся до Брюса. Раз отхилимся, заберем щит. Ну да, прикольный такой персонаж. Знаете, похож на... как там?
Ой-ой-ой. Типа, или мне кажется, мультик такой, типа, был или есть «Щенячий патруль». Вот там, типа, что-то вот похоже на кого-то, на какого-то тоже там персонажа. Вот в этом скине. Докопаемся, да. Мы можем так тупо в него стрелять, он будет подлетать, а мы будем от него улетать. Ой-ой-ой. А, там аптечка была. Да блин, ребят, прошу прощения, если слышно. Да капец, вот почему я отпрыгнул. Отпрыгнул и... Он все равно меня зацепил. До этого я отпрыгивал, он меня не цеплял. Очень странно, конечно. Ладно, окей. Затащили мы все катки, как вы видите, прям вообще. Супер-пупер. Ну, что поделаешь. Зато мы с вами, ребят, поучаствовали. Если у вас есть возможность поучаствовать в этой акции, обязательно купите скин, купите персонажа. Ну, я, конечно, не знаю, сколько с персом стоит, но, блин, скин можно купить, ребят. 150 рублей невеликие деньги, но зато вы пожертвуете в акции «Спасем животных». Поучаствуйте. Вот такое вот видео, ребят, получилось. Немножко поучаствовали. Благотворительности. Если вам видос понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите на стримы в среду, субботу. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Элити. Всем удачи и пока.